А пока выпускники школ готовятся к ЕГЭ, ученики помладше участвуют в Зорнице и Орленке. В Чувашии стартовали 49-е юноармейские игры. Одними из первых на импровизированные военные сборы вышли школьники Яльчикского района. В финальных играх Яльчикского района участвуют 18 подразделений юноармейцев. Участникам предстоит продемонстрировать навыки владения оружием, умение стрелять из пневматической винтовки, показать знания основ безопасности жизнедеятельности, строевую и туристическую подготовку. Данные знания, конечно же, в жизни всегда пригодятся, потому что они, наши юноши, пойдут служить в ряды вооруженных сил. Дети всегда с удовольствием приезжают, они здесь и получают очень много навыков, а также очень много полезного для себя получают. Победители районных игр будут участвовать в республиканских, которые пройдут в июне на территории детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Цивильском районе.